Каждая машина Multivan оснащена вот таким вот гидравлическим мультиконнектором. То есть это фирменное сцепное устройство, аналог БРС. Значит, что позволяет делать это устройство? Оно позволяет подключать навесное оборудование практически в 2-3 движения, не испытывая абсолютно никакого неудобства. Как это происходит, мы с вами сейчас, соответственно, посмотрим. О том, как навешивается мультиконнектор на навесное оборудование, мы об этом расскажем в нашем другом видеообзоре. Ну а сейчас давайте подсоединим вот этот вот гидравлически управляемый отвал. Соответственно, мы повторяем те же самые процедуры, что и с навесным оборудованием, которое не оснащено гидравлическим каким-нибудь питанием. После того, как мы подсоединили наше навесное оборудование механически, мы должны запитать его гидравлическую часть. Все навесное оборудование должно быть оснащено вот такой вот ответной частью для работы с мультиконнектором. Подсоединение, как я уже говорил, происходит довольно просто. Мы открываем мультиконнектор, нажатием на кнопку и поднятием рычага и без каких-либо усилий, соответственно, вставляем ответную часть вот сюда и закрываем. Все, оборудование готово к использованию. Здесь не нужно прилагать никаких усилий абсолютно. То есть, если ответная часть по какой-то причине не хочет входить, соответственно, в мультиконнектор без усилий, значит, существует какая-то проблема, и с каким-то усилием ее запихивать туда не нужно. Вот сейчас гидравлическое оборудование запитано, и мы можем посмотреть, как оно работает. В данном случае гидравлика осуществляется поворот отвала влево или вправо. Еще один вид достаточно интересный навесного оборудования, больше сельскохозяйственный, нежели коммунальный и строительный, это вот эти вот вилы для силоса с гидравлическим прижимом. Давайте сейчас, соответственно, навесим их.